Тирам, большое спасибо за донат. Мое почтение. На превьюшке парень. И это даже не минус. Ясно. Ну, страшно, страшно. Яна? Кто Яна? Моя сестра. Скримы каждый день, да-да-да. Мама проснется. Не сделайте тише, чё вообще, чё представили? Всё, не буду больше вестись, может, байтите меня специально. Звук балансный полностью, всё идеально, как бы всё. Сами регулируйте, как хотите. Я говорю и так адекватно. И звучит это все. То есть я даже если говорю чуть громче, то оно по факту громче не становится от этого. Только интонация. Потому что вам мерещится, что я как громко говорю или что-то такое. Звук не громкий. Ну, то есть, вернее, громкий, но сделайте тише и все. Он ровный. В целом, есть прикольные моменты, вот да, всякие песенки. Ну, такая бодрая японская. Сейчас забаню нахер. Все, не надо мне советовать ничего, указывать, типа так сделай, и так сделай. Все. Отвалите. Как тише? Говно наушники купить? Не знаю, засунь в жопу наушники, будет еще тише. Честно, не знаю. Что я уже поняла, японщина донатит. А кто виноват, что деньги есть только у анимешников? Значит, просто как бы анимешники это топ-разумисты и богачи, как бы. Единственный вывод. Получается, что как бы хочешь понять мышление миллионеров, смотри аниме. Спасибо большое за донат, едем дальше.